День города порадовал ивановцев изобилием развлекательных мероприятий. Несмотря на историческую тематику праздника, большим успехом у горожан пользовалась выставка современного искусства. Проходила она после обеда у кинотеатра «Современник». Ребята из детской художественной школы, да и простые прохожие, имели возможность поучаствовать в международной акции, нарисовав свой флаг мира. Эти работы будут собраны и отправлены лучшие из работ в Пекин на международную выставку. Вот, то есть это огромная акция, она идет, она международная, идет по крупнейшим городам России. И вот впервые наш город принимает участие в этой акции. Все флаги объединяла одна общая тема – «Я люблю свой город». Небо, звезды, машины. У каждого был свой флаг. Это был рисунок маленькой девочки, которую она не закончила, увы. Рисуем мы акриловыми красками и красками, которыми рисуют дети по стеклу, для витражей, например, но они также подходят для ткани отлично. Другие ребята писали портреты прохожих. Все желающие могли попозировать за символическую цену. Задача этих молодых художников – не заработать, а набить руку. Да, здесь студенты пришли потренироваться, набить руку, вы правильно сказали. Они выполняют наброски портретов гостей и жителей города. Ну, в первую очередь, конечно, важно уловить сходство, потому что когда ты, и пропорции, естественно, это тоже очень важно, когда ты их не ловишь, человек вообще получается не похожий, какой-то странный, непонятный. Естественно, важно уловить, знать какие-то основные пропорции людей. Уже готовые картины были выставлены на продажу. Студенческие работы можно было приобрести от 2 до 6 тысяч рублей. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.